останавливайте машину, пожалуйста. У кого-то спёте? У кого-то спёте? Я же понятно, что моя будет просить. Ну да, не останавливайте. И 12.70. Как-то заходится в самом деле брать Дмитро Иванович. Вы у нас к этому перевищуете установленными степенью швидкість. Скажіть, будь ласка. 88 км на годину рухались. Хто вам сказав, що ми перевищували? Що ви кажете? Хто вам сказав, що ми перевищували? Я вам скажу. Тому що ваша швидкість була зафіксована за допомогою приладу, який називається трубка. Будь ласка, от відеофіксація. Так. Момент фіксації, бачите хрестик наведений на автомобіль? Бачимо. Далі йде відеозйомочка до того, як автомобіль подивився. А видно там водія? Упевнитись, видно водія, видно. Покажіть. Видно водія, все прекрасно видно. Давайте я сніму, щоб видно. 100% можна. Не видно водія? Ні. Ну я не вижу. Ну це, значить, ваші проблеми. Це ваші проблеми. Можна, будь ласка, ваше посвідчення водія? Почекайте, шановні, ви ще не доказали нам, що ми порушили. Я вибачаюсь, я вас не чую, тут дорога шумить. Йдіть сюди. Ні, якщо хочете, ви можете громче казати або вийти до мене. Шановний. Ваше посвідчення водія. Видно мене там? Що ви кажете? Мене там видно? Видно. На комп'ютері буде видно. Ну, принесіть комп'ютер. Він маленький, розрішення погане, щоб було видно чітко вас. Можна ваші документи? Що ви кажете? Документи ваші можна? Можна, звісно. Я представлявся взагалі, але мені не тяжело це ще раз зробити. Понятно. Ні, ну це ж таке. Вам навіть якщо тяжело, то прийдете. Моє службове посвідчення. Брек Дмитро Іванович. Совершенно вірно. Старший сержант міліції. До 17-го року дійсне посвідчення. 156-413. Так, давайте розберемося з доказательством. Чому ви требуєте іменно у цього чоловіка удостовірення? Тому що під час зупинки автомобіля іменно ця людина знаходилася за кермом. А де це записано? Де це видно? Що ви кажете? Де це видно? Це я бачу. Ну, як посадова особа. Так, як посадова особа, ви повинні це записати. Саме він знаходиться за кермом. А він каже, що він не знаходився. А чому тоді він зараз перебуває за кермом? А ми помінялись містами. Ви помінялись містами? Да. Не бачу я, що ви мінялися. Це ваші проблеми. Шановний, тепер розкажіть, будь ласка. Пане водій знаходився за кермом. Будь ласка, пане водій. Надайте, будь ласка, пред'явіть, будь ласка, ваше посвідчення водія і документи на автомобіль. Говорить сержант. Ви чуєте, що я вам говорю? Я не почекайте своїм посвідченням. Ми не розібралися. В чому я не розібрався? По інструкції прибора, при якій влажності його використання розрішено? Шановний водій, шановний пасажир, ви мені тут устраюєте тести на знання законодавчої бази? А треба? Можу устроїти. Можете попитатися, я вам на ваше питання відповідати не буду. Да? Ну тоді ми поїхали. Тому що я спілкуюсь тільки з водієм. В общем, покажете докази, ми покажемо вам потім посвідчення. Пане водій, пред'явіть, будь ласка, документи. Ми з вами проведемо профілактичну бесіду. Таку профілактичну? Ви нарушаєте всі інструкції. Ви що там? Давайте по закону, а? По закону. Я згідно з 22 кодексу України про адмінправопорушення маю право провести профілактичну бесіду. Чого? Попередити водія. Зробити усне зауваження можете, а не профілактичну бесіду. Усне зауваження. Зауваження, питання. Ну, може я ошибся в словах, розумієте? Сержант! Ну, ви ж не можете ошибатися, ну ви ж хотіте... Ти ще молод, глуп і не віддав больших зробити зауваження. Може бути, ви знаєте. Докажеш порушення, потім будеш робити. Ви до мене такі несензурні лайки пред'являєте, а я до вас не буду, знаєте що? Тому що знаєш, що ви мене будете це спровоцирувати, правильно? А потім відео повирізаєте, так? Звісно. А потім можемо ще щось зробити. Що ви кажете? Інспектор, а хто вам розрішив нарушати інструкції? Прийдеш по базарі, поїхали. Що ви? Я вас не чую, громче можете казати, будь ласка. Я говорю, ушки прочисть. Та ні, тут дорога просто шумить, діло не в ушах, повірте мені. Тоді пишіть рапорт. Постойте, я побачу, як ви будете чути. Пишіть рапорт і увольняйтесь. Та ні, що ж я буду увольнятися? За якою це радості я буду увольнятися, тому що я вам не сподобався. Я горя, візьміть і увольтесь. Я вас все одно не чую, нікого не чую. Не чую. Закрой. Алго вам походить. Закрой. Алго вам походить. Стой, ну подожди, ну зачем я? Юр, ну нарушают инструкции. Столбов попутно. Юрец,
Хай він собі, він зараз уїде. Нарушає він. Видели вы его или не видели этот сертификат? Нет, знаете, это... вообще... Дело в том, что я вам расскажу, что в сертификате указан, его нужно использовать при влажности до 80%. Сейчас, по данным гидрометцентра, в городе Киеве 100% влажность. Позвоните в этот гидрометцентр. Дело в том, что вы используете прибор, я же его не использую. Вы же говорите, так, а вам запрещено. Так вы не знаете, вы даже не знаете, какая влажность, а его да, используют. А используете прибор. Так, почему вы напрямую нарушаете инструкцию? Это называется посадовый злой. Ведите просто, он замечает на злой. Куда ведите? Что мы ее строим? Лично. Так вы с нами не согласны, да? Короче, потому что вы нарушаете сейчас инструкцию. Вам выдали? Вы работаете, да? Правильно, да? Так получается. Короче, вам сказали нарушать, вы нарушаете. В чому ви вбачаєте наше порушення? Якщо ви вбачаєте в чомусь наші порушення, є контролюючі органи, будь ласка, звертайтеся до них. Ні, ну при якій власності він може працювати, при якій ні? Можете відповісти? Конкретно. Хоча б на це питання для того, щоб ми зрозуміли, о чому річ. Тарас, де ви вбачаєте, що власність? Ну, объясните, да, влажность температуры. Какая сейчас влажность? Да, влажность температуры. Ну, нема прибора, который вы меряете головой. Так, а как это? Вы же когда нас слушаете. У вас есть прибор? Ну, покажи сейчас 100% влажность. Покажи, пожалуйста. Ну, вы как это определяете? Покажите мне прибор, который... На данный момент мы можем вместе 100% головой. Ну, скажи. Мы сами. Не, ну при чем сами? Это вы должны проверить перед тем, как его использовать. Это вы должны делать. Вы используете прибор, если вы не знаете сейчас... погодные условия. Как вы можете его использовать? Объясните. Вы не доверяете этому, но с помощью него не составляются протоколы. А да. Вы с этим хотите составлять? Я на вас составляю что-то? Да, на других людей, какая разница? Ну, нарушение. Так про влажность говорим. Ну, ребята, это же не то, что там мы сейчас выдумываем что-то. Как вы проверяете, что он что-то нарушает? Вижу по лицу, что согласен. Товарищ сержант, я вам пятый раз рассказываю, есть приказ вас.
Ні, на секунду. Зійдіть ззаді, станьте, не заважайте працювати. Ось і все. Я ззаді став. Ні, ззаді це так. Ззаді це здесь. Можете встати, а какой прибор определяет, где ззади? Есть вас такой прибор? Нет. Вот я считаю, что я сзади стою. А вы стоите передо мной. Нет, вы стоите передо мной. Я сзади дороги стою. Не мешаю. Я сзади дороги стою. Чем я вам мешаю? Я вас дергаю за руку, за ногу. Смотрите, поверку он проходит в идеальных условиях. Да? То есть хорошая погода, они поверку сделали, все нормально. Прибор рабочий, все. Идеальные условия. Да нету сертификата. Я говорю в идеале. Да. Но написано, что при такой-то влажности этот прибор не работает. А, точно, точно. Его нельзя использовать. Его нельзя использовать. Уже все просто. Это не может работать, а разрешено его использовать. Да, разрешено. Что вы можете вводить? Конечно. Но использовать его там нельзя. Но сейчас применять ваши доказательства добыты незаконным путем. Поэтому вы привлекать водителя к административной ответственности не можете. Послушайте, а до чего он стоит тогда сейчас? А зачем это тогда? Прибор? Да. Для того, что водителя не превышали скорость. Ну мы же уже поговорили про влажность. Вы хотите сказать, что это дает возможность водителям не превышать скорость? Водители видят. И будут видеть вашу аппаратуру. Если без протоколов... И нормально все будут сбрасывать скорость. Слышишь, если без протоколов, правильно? Ну то есть просто видят. Реагируют, скидывают. То есть это без работы... А вы сами сказали, что только подъехали. Ну хорошо, давайте мы посмотрим. Смотрите, как же, ставьте сзади, не заважайте. Да никто не заважает. Да вон на линии прибора пусть не стоит. И как он может знать, нарушает он или нет? Если пятый раз рассказывают 111 приказ, ну есть где-то сертификат, ваш или нет, не плачу. Причем, есть свидетельство про проверку, яке видається з приладу. На сертифікацію прилади проходять. Видавати ці прилади, які не сертифіковані. Я ж думаю, їх не буде управління дає. Видавати прилади, які не сертифіковані. Есть сертификацию, проходят прилады. При условиях. Товарищ сержант, вы лучше молчи. Лучше молчи. Ребята, я ваши... говорю, лучше молчи. Лучше молчи. Ребята, тогда у нас предложение. Раз вы сейчас работаете на попередження, согласно закону о милиции. Я не буду соглашаться на ваши какие-то попередження, условия ваши. Кто вы так такие? У вас закон о милиции написано. Ну, кто инспектор? Вы такие, что я повинен слухать ваши умовы какие-то? Вы, какие умовы? Закон о милиции. Вы читали вторую, пятую статью. Не заважайте практику. Инспектор, вы что там, совсем что ли в сосну ударили? А вы не должны вообще працювать. Вы должны служить. Там написано чітко, що ви повинні працювати на попередження. Право порушення. Так дико для нього слышать законні норми, що прямо говорить таке мнение, що я щось своє говорю. Ви закон о міліції почитайте, там написано, як ви повинні працювати. Я нічого такого не сказав іменно. Он же пока никого не остановил. Ради бога. Вы на выявление, на попередження. На попередження, якщо ви включите на ЕСІ, поставите такую машину, вас будуть бачити учасники руху. Вони так мене бачать. І це ви будете робити на попередження. Інспектора, наше приглашення. Собирайте прибори, стойте і робіть на попередження. Давайте тогда отклоняемся. Хорошо, у нас конфликтная ситуация. Тогда я предлагаю вызвать ответственного. Для того, чтобы урегулировать этот вопрос. Я вообще-то с вами не общался, и какие-то предложения от вас я не собираюсь принимать. Вот, я вас не останавливал. Какая у нас конфликтная ситуация? У нас конфликтная ситуация, что вы нарушаете закон Украины. Инспектора. Обещаю, правильно, обещайте. Все, состоять, идти. Вот. Не останавливайте. Давайте. Вы сейчас используете данный прибор, а вы говорите законно. Я вообще вам ничего не говорю.
Вот. А то, что в интернете, это в общем по Киеву, общевзятая, Вы ищете именно местоположение. Покажите, где это местоположение. Ну покажите, я вот мне интересно. Ну что, он сразу ищет, смотри, я его включаю, он показывает старое. Я хочу увидеть. Вот я вам показал сертификат. Вот покажите, что именно в этом месте сейчас на данный момент 100%. Вы сертификат не показали. Свидетельство показали. А сертификат? Это разные вещи. Покажи ему. Там, где написано, что именно в этом месте на данный момент 100% головность. Это вы обязаны проверить. Адрес вы хотите, да? Адрес там нет. Имеете право использовать прибор. Показывай его. Показывай. Я просто телефон вымеряю его ловость. Ну, скажи, пожалуйста. Передаю. Давай, добро. Это точка с геопозиции с этой. А где написано? Вот здесь, вот эта стрелочка. А что это означает? Это геопозиция, да, наша понимаю, здесь. Что такое геопозиция? Не понимаете? Три спутника летают, которые определяют наше место. Набережное шоссе, там, между мостами. Вот спутники не знаю. А геопозиция, это вы что-то... Это точнее всего, куда точнее. Давайте дальше. Ну давайте без дураков. Давайте показывай. Это что-то нахрен. Ну без дураков, да? Геопозиция. Просто честно, да? Гео – это слово «земля», понимаете? А где это? В Киеве? Влад, ну, написано где? «Киев». Здесь, вот здесь. А вы хотите сказать, что это в другом месте Киева другая? Где находится телефон? Как может спутник определить, где влажность какая? Ну вы такое спутник говорите. Спутник определяет нет, место нахождения телефона. Да как не мешать? Да кто тебе вызывает? Попросили, показал. Мы говорим, что мы его попросили. Послушайте, я не знаю. Показал. У вас в телефоне написано 100. У него сейчас будет написано 80. У меня тоже 100. 0. Ну, это как бы... Хорошо. Покажите, где написано 80. У вас написано 80? У меня вообще, я не знаю, где это искать. Я этим не занимаюсь. Влажность измерять и еще что-то такое. Понятно. А скажите еще такое одно. Вот у меня, например, телефон, когда я подключаю в электросеть, так, вот, зарядку, да, зарядное устройство, машина, вот там видно, у меня не работает вибро. То есть что не так, работает? Вибро телефона не работает. Это я не знаю. Отключаешь, оно работает. Соответственно, вы вот подключили. Может, у него что-то тоже поломалось в этот, ну, не поломалось, а отключается какая-то. Если вы включаете на подзарядку, да, у вас что-то не работает. Тоже? Нет, а у нас он непосредственно работает от 12 вольт. Угу. Если отключить, он работать не будет. Не будет работать вообще? А что, у него нету батареи? Нету. Как это, у визера нету батареи своей? Нет, здесь нету. Ну, что? Ну как это? Так ну, он как? У вас не исправлен, тем более. А как вы можете его использовать вообще? Какая разница, он работает от 12 вольт, от постоянного тока. Вот и постоянного все. Тока, нет, нету батареи. Не предусмотрено. Нет, здесь предусмотрено, но ее здесь а нет. Почему? Она технически неисправна. Ну, правильно, так он тогда не технически неисправен. Причем здесь батарея до того, что прибор технически неисправен. Ну как это? Есть на приборе. Большая, потому что... Если ну я, например, батареи, своим нет, телефоном нет, не смогу ходить по центру там по 100 метров, образно говоря. Никуда не смогу, если он будет почему? Подключен. Так причем здесь телефон? Телефон как это средство связи. Ну и что? Я с ним не бегаю по дороге, правильно? Какая если было с батареей, водителя говорили, да вы бежали напротив меня или еще. Что такое? Ну, да нет, вы стоите, нет, потом видно. Ну, вы, так, а ну. Как вы будете водителям приносить доказы, показывать? Ребята, без отдайте, батареи. Пожалуйста, телефон вашей службы, там, телефон доверия, если что-то типа такого. Чтоб я на 102 не звонил. Я сообщу, выложу свою информацию по данному вопросу, а вы потом в рапортах напишите свое видео. Дайте номера телефона. Не ходите, да, вы по-хорошему. Да, я могу посмотреть. То, что вам предлагали. Я вообще не понимаю. Вы ну, по телефону нормально. Определили влажность. Это то же самое, что я бы на глаз измерял скорость. Вот и все. Ну как по телефону? Мы не по телефону, мы ну, на ну, сайте. Почему? Ну а что мы такое определили? Сайт? Сайт ну, что это такое сайт? Есть у нас сайт гидромедицины. Официальный сайт. Ваш личный. Нет. Что, официальный нет, сайт? Нет, официальный нет, ну, сайт, в которого берут все показания этих приборов. Ну это то же самое, что, например, измерять скорость за при помощи GPS-навигатор. Вот водитель едет, ну, у него GPS показывает, что вы движетесь 80 км. Ну, у GPS есть погрешность, вот и все. Ну, как бы, это тоже не точная информация. У всех есть погрешность, и у этого прибора есть погрешность. И в интернете ничего, ну, там недостоверная информация. Все. Инспектор, ну, поймите правильно, погодные условия, погодные. Они для, не, одни для всех. Ну, они не одни на весь Киев. Как но они нет? По региону. Я понимаю, но в Киеве здесь может быть солнце, а может через 5 быть. Километров дождь. Согласен. Вот а в прогнозе что пишет? Смотри. Ну, туман, вверху на Печерске есть туман. Я вижу, я вам не объясню. Я ну, пытаюсь вам объяснить, что прибор вы сейчас используете незаконно. Вы не пытаетесь.
пытаетесь обратно это сказать, давайте по-другому. Дайте мне все-таки телефон, куда я могу обратиться и выложить свое мнение по этому вопросу. Сейчас нет. Ну почему? Ну потому что ему вообще в руки его брать нельзя во время службы, если не сопротивляться.